классно, да, если была бы попала немножко побольше размера, но... Мам, мне не нравится, как вот. А горло почему не закрыто? Сейчас закрою. Нравится? Нравится. Тебе нравится? Давай. Очень. Задом повернись. Сейчас надо вот это все закрыть. Единственное, что здесь... Мам, задом повернись. Как круто, как будто у тебя это... На карнавал, блин, собралась. А? Прям красиво так говорит. На карнавал. На карнавал собралась. Чтобы материал был нормальный. Я видела, она уже такую куртку, если на нее что-то капнет, то то все, тебе капец. А пойди с другой стороны, куда? В ту сторону. Вот. Ну так сделала, чтобы кнопка отстегнулась. А мы все замерзли, примерзли, хотели мне куртку купить, в общем. Моя какими-то пятнами покрылась. Вот. Но не нашли никакую куртку. Все какие-то большие. И непонятно какие. Идем сейчас за посылкой на Валберс. Милан, я сейчас упаду. Слезь. Наш гололед. Там кошечка. Вот такой вот у нас гололед. А буквально где-то 3 дня назад у нас все таяло. Лужи были, прям весна-весна. А сегодня вот так вот. Уже вчера, получается, был мороз. У нас минус 17, сегодня минус 21. Завтра вообще обещают минус 27. Не знаю, завтра, говорят, еще, может, даже в школу младшие классы не пойдут. Вот такой прям гололед-гололедище. Страшный. Минус 27 завтра. Да. Может быть. Идем мы идем, а тут кто-то хаски привязал. Ой-ой-ой-ой, привет. Какая красивая собачка. А? Такая красивая собачка. Такая красивая собачка. Добрая, да, наверное? Красота. Пойдемте, ладно, дальше. Давай посмотрим, что мы тут делаем. Где моя? Сюда. Порода, говорят, хорошая, добрая, да, хаски? Пойдем. Мы наконец-то пришли домой. На улице очень холодно. У нас прям щеки все позамерзало. Руки позамерзали, ноги замерзли. В общем, очень страшный гололед. Еле дошли домой. Сходили на Валберис и забрала я посылку. Что я там заказывала? Я... Заказывала постельное белье. Вот такое вот постельное белье пришло. Белого цвета. Я очень хотела белого цвета. Евро. Ночь. Нежная. Комплект постельного белья. Это у нас поплин, кстати. Вот. Такого вот иероглифы такие. Или как это называется? Абстракция, да? Абстракция такая на постельном белье. В общем, сейчас буду я застилать постельное белье и покажу вам, как это смотрится все на кровати. Я прям в предвкушении. Написано. 100% хлопок. В общем, здесь одеяло евро 2 на 2,20. Как раз таки мне и нужно. И простынка очень должна быть большая. Но все пишут в отзывах, что размер указан 1. На сайте, а приходит в итоге размер другой. Вот сейчас на это надо будет внимание обратить, посмотреть. Еще что я на Валберсе заказала, это бюстгальтер. Первый раз я решила заказать. Это бюстгальтер самый дешевый. Я вижу, он уже хлопковый, кстати. Вот. Написано, что возврат есть. Но не знаю, мне так кажется, что мне будет большевато. Я, конечно, в примерке вам показывать не буду. От фирмы Твое.
размер 80C. За счет наматрасника, который на резинке, да, вот это просто, который у нас дополнительно я заказывала с Валберса, плюс я жирный плюс нашла в этой простыне, в этом наматраснике, то, что с него не скатываются простыни. Просто когда стелишь, даже если просто не по размеру, какая-то маленькая, она не скатывается, она даже не двигается, то есть она прямо держит ее. Вот это вот мне очень нравится. Сейчас будем с вами стелить новое постельное белье, вот такое вот. А такое постельное белье есть еще в розовом цвете, если мне понравится, я, конечно, закажу. И, по-моему, в сером и в сиреневом, еще в синем, по-моему, тоже. Постельное белье такое появилось, новиночка там на сайте. Сейчас мы с вами будем распаковывать. Я, если честно, обожаю новое постельное белье доставать вот так вот с упаковочки. Мне прям это доставляет большое удовольствие. Пишите в комментариях, у кого точно так же. Посмотрите, какое качество. Я думаю, видно будет. Ну, поплин. Качество поплин. Так, все отлипаем. Это что у нас была за наклеечка? Евро 2,20 поплин. 70 на 70. Наволочки 2 штуки. Распаковывать. Так, это у нас пододеяльник. Или это простыня? Что это у нас? Надеюсь, все чтобы было. Лишь бы только, чтобы все было без брака. Прям я... Не хочу, чтобы был брак какой-то. Очень сильно боюсь этого. Так, это у нас простыня. Это картоночки убираем. И будем стелить. Очень, кстати, приятная на ощупь. Классная. Простынка, кстати, что у нас здесь написано? Размер простыни 2,20 на 2. Потом я это все вот это вот отстригу, обрежу. Сейчас пока будем с вами смотреть, где наклеечки, чтобы не было никаких пятен, ничего. Очень хорошая большая простыня, прям с запасом, с таким хорошим. И здесь ложится. Вот смотрите, и здесь все хорошо, прям можно вот под заправку, как я люблю. Очень круто. Ну что значит, евро простынь на кровать 1,60 м. Прям только так заходит, очень хорошо. А то бывает, берешь двухспалку, да? И она маленькая простыня, еще постираешь, она усаживается и вообще там застилать нечего. А тут вот смотрите, прям очень хорошо все заправилось. Вообще отлично, прям супер-пупер, мне очень нравится. И мое большое двухспальное одеяло наконец-таки дождалось двухспального пододеяльника. Как же давно я ждала этого момента. Когда у меня в одеяле появится пододеяльник двухспальный. Просто супер. Еще это постельное белье мне досталось по очень хорошей скидочке. Поэтому, кому нравится тоже постельное белье, заходите обязательно на Валберс. Я, может, даже ссылочку оставлю внизу. И, кстати, это не реклама, это куплено за свои деньги. Вот. Но это очень офигенный комплект. Он смотрится просто шикарно. Шикарно. И на ощупь тоже очень классный. Вот такое вот постельное белье. Мне оно очень нравится. Прям вот очень обалденно. Оно все оправдало все мои надежды. Прям вообще суперское постельное белье. Я обожаю прям такое вот. Белая, нежная, подушечки беленькие, все такое классное, все такое уютненькое.
одеяло подошло к пододеяльнику, пододеяльник к одеялу. В общем, все прям как по маслу. Я очень рада, что никакого брака, ничего нету. Единственное, что нужно, конечно, постирать, потому что здесь вот, не знаю, видно вам, нет, видно, как-то они что-то писали, тут номер какой-то, СТ-13, что-то тут написано, что это такое, я не знаю, но пододеяльник хорошо сел, швы ровные, все хорошо, простынка большая, наволочки тоже очень хорошие, запах очень хороший. Прям вообще все супер, мне очень все нравится. Вот, все нормально. Все устраивает. Прям сейчас охота запрыгнуть в кроватку и спать, нежиться здесь. Уютненько так, прям вообще, я прям балдею. Вот. И вот так вот подушечку. Ну вот, все. Один комплект, который меня прям устраивает прям полностью от и до, у нас есть. Я попозже еще один комплект закажу. Тоже он будет светлого оттенка, белого. Наверное, только уже не абстракция будет, а какие-нибудь там цветочки, что-нибудь такое. А, что-нибудь такое весеннее. Но тоже беленькое будет. Вот, но это прям вообще шикарное. Мне очень нравится. Поэтому спешите, заказывайте там. Ассортимент ограниченный. Кому нужно, кому нравится, тоже такое же. Постельное белье заказывайте. Просто суперское. Вот. Еще раз покажу то, что это поплин. Ночь нежная называется комплект постельного белья. У меня вот в таком цвете. И там есть еще несколько вариантов расцветок. И, кстати, мне здесь понравились тумбочки. Такие вот беленькие. У нас евро. Грань называется. Вот. Я очень довольна, еще раз вам скажу, очень довольна этим постельным бельем. Решила я пожарить картошку сегодня с грибочками. У меня были грибы. И вот я решила пожарить грибы с картошкой. Так что сегодня на ужин у нас будет жареная картошечка с грибочками. Дальше. Молодец. Стала вот здесь. Ау, ау, ау. Уа, уа, уа. Молодец. Так, теперь давай мы прочитаем с тобой. Ом. 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 И запишем. Ом. Ом. Угу. Ом. 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 Молодец. Теперь мы. А вот теперь здесь давай немножко прочитаем. Что девочка кричит? Ау, ау, ау. А Ляля что кричит? Ува, ува, ува. Не ува, уа, 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 да? Да. Давай дальше. Интересно? Ау. Не, давай вот эти буквы с тобой будем читать. Вот, большие. Ас. Молодец. Ас. Ус. Ос. Ас. Ос. Ус. А. Ам. Ам. Ом. Ум. Ау. Уа. Уа. Так, а еще хотела вам показать то, что я уже показывала. В принципе, я купила такой мини-парничок. И здесь торфяные таблеточки. Это мне нужно будет, как тепличка она делается. Тут, в общем, крышечка такая прозрачная. А это поддон, тут крышка прозрачная. И сам контейнер с таблетками.
нужно будет залить водой. В общем, на своем канале «Цветы, овощи, фрукты». Кому интересно, подписывайтесь. Я скоро буду показывать, как я буду сюда сажать. Буду сажать цветочки. И сейчас покажу, что я заказала. Какие семена цветов на сайте у нас Flip.kz. Там очень большой ассортимент и много всяких разных растений по очень выгодной цене. Вот такая вот цинья. Тоже это на даче буду сажать прямо в грунт. Это я не буду сеять. Это тоже в грунт. Это получается многолетник. Восточные клубневые золотинка. То есть клубни дает. Тоже интересно. Надо будет посадить, попробовать. Вот это я буду дома выращивать. Но это тоже можно как многолетник. Забираешь его из дачи с землей прям сразу в горшочек. В подвале где-нибудь сохраняешь. Или дома. И он на следующий год можно будет опять его посадить. Также будет расти. А сейчас пока буду дома из семян выращивать. Это я взяла для того, чтобы посадить дома комнатное растение. Фатсия. Это комнатное растение. Будем выращивать его вместе с вами. Посмотрим. Такие вот листочки у него. Также еще из домашних растений я взяла опять вот такой вот глоксинию. Махровая. Красная, классная вообще. И вот такая вот с белой каймой, тоже глоксиния. А эти растения, кстати, эти цветочки, они домашние, комнатные растения. Тоже клубеньки дают. Мирабелис. Это будем на даче тоже прямо в грунт сеять. Георгины, вот такие вот красивые, разноцветные. Я взяла 120 сантиметров. И вот такие же тоже георгины, 60 сантиметров. Они более короткие. На 1 сентября девчонкам, чтобы вырастить такие цветочки, взяла вот такую астру. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Бывает так, что семена совсем не всходят. Это я тоже буду сеять ранней-ранней весной в открытый грунт. Тепличку. И вот такие вот взяла петуньки. Это которые растения, которые я буду цветочки сажать как раз таки вот в этот вот мини-парничок. Это вот такая Ольга. Петунья красивая, красная, с белой бахромой вокруг. И вот такая вот петунья Дуо. Это запахом очень классная, махрово-сиреневая. Такая вот розово-белая, тоже очень красивая. И просто розовая. Всеми этими посадками цветов я буду заниматься 1 марта. Начну понемножечку. Также и овощи буду сажать тоже, сеять семена. Все буду снимать на свой канал «Цветы, овощи, фрукты». Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь. Ссылочка будет в описании под видео.